На самом деле жестко. Меня жестко отговаривали поступать в Заокский. Это, знаете, когда ты стоишь на перепутье, поступать, не поступать, да, нет, и тут тебе говорят свое мнение. И мне это мнение сказал пастор нашей церкви. Он подходит ко мне и говорит, то, что, брат, Заокский — это плохое место. Не едь туда, там бездуховность, там все так плохо, там люди такие, они тебя просто заведут непонятно куда, и ты уйдешь от Бога, ты потеряешься. Теряешься, и все, все плохо. Но слава Богу, то, что были люди, которые поддержали меня в моем выборе, и я приехал в Заокский. Я приехал в Заокский, и тут совсем не так. Тут совсем не так. Здесь люди, здесь такие преподаватели, здесь такая атмосфера, друзья, это фейк, то, что вам говорят, то, что в Заокском плохо, это неправда, это действительно неправда. И то, что ты можешь найти здесь массу нового, ты можешь найти здесь свое призвание, я нашел здесь свое призвание. Я сейчас учусь на втором курсе теологии, и я благодарен Богу за то, что Он привел меня в это место. Я имел мечту петь в музыкальной группе, и эта мечта осуществилась. Я 2 года пою в музыкальной группе. Слава Богу. Я хотел заниматься спортом, я хотел играть в баскетбол, и я играю здесь в баскетбол. Это просто потрясающе. Я нашел здесь друзей, я нашел здесь семью, которая окружает меня. Для меня это очень ценно. Поэтому, друзья, не слушайте тех людей, которые тоже могут ошибаться. Да, мы все можем ошибаться, но это будет важный выбор. Это будет ваш выбор. Приезжайте в Заокский университет и убедитесь сами. Заокский может стать твоим новым домом. Добро пожаловать!